сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! I've been work, working on my shit. Missed the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work. Сиквел для Хэллоуина. Да вот так выглядит. Мы не нашли нормальную тыкву. Вообще не нашли нормальную тыкву. Я говорил Женьке, давай срежем вот эту фигню сверху. Она говорит, да ладно, ты чё, пизда, это ж выглядит интересно. Я говорю, ну ладно, давай. Я что-то не так делаю, что ли? Как по-другому этими ножницами воспользоваться? Обратно мне не очень хочется лезть. Почему это обратно пути было сюда? Нет. О чем будем говорить? Так, у меня просто... Короче, ага. Я типа проехался по трем городам, и я думал, что я умру. Типа просто... Короче, вот, да. И я в 2016 году, по-моему, это был 16 год, да. Я дал 300 концертов, чувак. Да. Я сегодня в магазин сходил и заебался уже, блин. Раз, два, три, четыре. Блять, лишнё... Блять, я атаку не нажал, блять! У нас новая стримерша, оказывается, рукожоп, короче, все падает. Консул, спасибо за поддержку, ты же сердежка. И, короче, это... Валила только что протеин, сболтала себе шейхер, классно. Протеин уже обмыл новые колонки, принтер, пол. Вот. Потом упала доска, пока я там протирала пол. Все нормально, консул, все в порядке. Все почти так, как должно быть. Хотите угар, чуваки? Мне приснилось, короче, ну на полном серьезе, без шуток. Что я, короче, встретился с Сильвернеймом. Мы сидели, пиздели, и у меня хватило смелости сказать, слушай, а нахуя ты, типа, вот так делаешь? Я только сейчас вспомнил, я, блядь, забыл этот сон. Вот так нахуя делаешь? Пиздец, это вообще самый странный сон был, я ебал. С ботами запускать, интересно. Да. Да, в смысле? О, надо было Егору запустить с ботами. Так я же с вами играю. Блин, ну вы можете выигрывать, покажите свой стиль. Вы мне сказали, мы фортнайтеры, проигрок. Так, меня стреляют откуда? Я не понимаю откуда. Эй, со всех сторон. Так, ебать, девочка, подожди, стой, не делай. Остановись, пожалуйста, на секундочку. Эй, детка, ты неправильно делаешь. Сейчас тебе покажу, как надо. Смотри внимательно. Вот так вот. Ты должна делать вот так вот. Грудь вперед, плечи назад. Вот так вот, да. Отлично. Обращайся, если что. Что за тайминг, блядь? Будешь играть, аутиру орудцы. Да, я знаю. На втором этаже пулеметное гнездо. Он укрепился. Нужен подавляющий огонь. Установи оружие в дверном проеме и держись в укрытии, эхо! Используй две штуки. Так, не то. Сейчас, парни! Бля! Сейчас, ребят, сейчас будет. Как там мышка? 5. Заходи сбоку, снимай его! Да опять, сука! Надо захватить газ, пока... Не надо, ребят! Чего за хуя? Мне дали гранаты вообще. Каждая кнопка, которую я, блядь, нажимаю на мышке, это граната. Ух, ну пацан, нихера, вырвался. Посмотри, это все, это чемпион тут пробежал. Пробежал прям как пуля. Давайте, ребята, ух. Так, ля, у него причесочка, еще корешечка. У меня такая была, когда мне было 4 годика вроде бы. Примерно такая. Давай, парень. Ля, пошел, давай.
Давай, пухляшик, давай, драгоценный. О, пошел.